вечер, я Георгиевская Татьяна. Покажу вам наглядно, что такое парковое освещение. Я часто упоминаю его в своих видео. Уже вечер, темно достаточно. И мы находимся в одном из парков. Парковое освещение, оно предназначено для охвата большой площади, большой территории. То есть, чтобы люди могли спокойно прогуливаться и достаточно было света. Его устанавливают, вот как здесь показано, совершенно правильно, наверху. Разные формы опять-таки бывают. Но вы видите, что сам плафон, он ничем не заслонен ни с каких сторон. Вот здесь классические белые плафоны. Сейчас света подойду и попробую вам показать более ближе, именно чтобы вы посмотрели, обратили внимание, какое бывает парковое освещение и чем оно отличается, допустим, от боллардов или от пафлайтс, или от маркировочного освещения. Пойдемте. Посмотрите, вот здесь вот дополнительно направили освещение на дерево. И как оно заиграло совсем другими. То есть там внутри есть парковое освещение, два плафона стоят. И плюс еще вот направили, подсветили, ну, хотя тут больше даже свет на само здание, на сооружение. Видите сзади, как интересно декорировано кафе такими круглыми светильниками. Вот они декоративные, и ощущение такое, что много-много воздушных шариков, если вам хорошо видно. Тоже интересные варианты, тоже можно прибегнуть для разнообразия такой необычной декорации. С вами была Георгиевская Татьяна, до новых встреч на канале Татьяна.